не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей бесслезней, надменней и проще нас. 61-й год. Предисловие к Реквиему. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был. Одиннадцатый вопрос. День Победы для вас – упоение и триумф или боль и слезы? Ну, то есть вопрос ожидаемый, но, в общем, в таком неожиданном ракурсе и очень, как сказать, сегодняшним окрасом. 44-й год, Ташкент, эвакуация. Ленинградскую беду руками не разведу, слезами не смою, в землю не зарою. Я ни словом, ни упреком, я ни взглядом, ни намеком, я ни песенкой наемной, я ни похвальбой, ни скромной, а земным поклоном в поле зеленом помяну. 45-й год. И в день Победы нежный и туманный, когда заря, как зарево, красна, вдовой у могилы безымянной хлопочет запоздалая весна. Она с колен подняться не спешит, дохнет на почки и траву погладит, и бабочку с плеча на землю ссадит, и первый одуванчик распушит. Сорок второй год, но in memoriam, поэтому я его поставила последним. А вы, мои друзья, последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивы, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена? Захлопываю святцы. И на колени все багровый хлынул свет. Рядами стройными проходят ленинградцы, живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет.